Знаете, почему мы порой в спорте не выигрываем, еще где-то не голодные? Я смотрю, вот эти страны африканские, разрушенные страны, возьмите Сербию. Да, талантливая нация, ну, такая, как мы. Но почему результаты такие? Да потому что они знают, если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят, будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем. И посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены. В чемпионате футбола люди получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все забочебесились. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят, кому мы деньги платим. Я не против. Талантливый. Привез славу стране. Медали, ордена. Получай. Получай все. Вот тебе земельный участок, вот тебе строй дом, вот тебе за твою медаль большие деньги мы платим.